Международную акцию «Неделя ранней диагностики рака» проводит Евразийская федерация онкологов, Евразийский противораковый фонд, Евразийский научно-образовательный центр, общественное движение «Юнити» совместно с Национальным онкологическим центром Абхазии. За время акции участники могут пройти бесплатное обследование УЗИ щитовидной железы, периферических лимфоузлов, органов брюшной полости, малого таза, выполнить рентгенографию органов грудной клетки, маммографию, сдать анализы. Прием будут вести ведущие специалисты международного уровня. В данной акции будут участвовать специалисты различных специальностей. Их приедут около 10-12 человек. И прием будет вестись при участии наших врачей, непосредственно врачей Национального онкологического центра. Прием будут вести врачи общей практики, общие онкологи, онкогинекологи, дерматолог, онколог, специалисты по опухолям головы и шеи, а также цитологи и врачи УЗИ высокого мирового уровня. В рамках акции медики планируют обследовать до 250 человек. Прием будет вестись строго по предварительной записи. Участие в акции бесплатно для всех жителей республики. Руководство Национального онкологического центра обращается к населению с призывом воспользоваться возможностью данной акции для получения высококвалифицированной консультативной помощи ведущих специалистов международного уровня. Мероприятие призвано мотивировать людей к бережному отношению к своему здоровью и своевременному обращению к врачу, и таким образом повысить уровень выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии. В этом году акция «Неделя ранней диагностики» будет проводиться уже во второй раз. Впервые она была организована в 2017 году. Тогда в ней приняли участие 217 человек и выявлено 7 патологий. Результаты акции показали, что есть необходимость в повторном ее проведении. Евразийские дни в онкологическом центре стали полезными и плодотворными также и для местных специалистов. Люди с открытой душой – это действительно специалисты на уровне минимум кандидата наук. Многие приезжали, они здесь сидели, вот работали за этим аппаратом, показывали, как это все. Опыт был колоссальный. И, в принципе, в плане дальнейшего развития они просто подсказывали, как направлять на какие стороны вот, обследования, направлять свои усилия. В эти дни параллельно с акцией по ранней диагностике рака будут проводиться семинары для врачей. Что касается акции, для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону +7 800 40 226 45 19. Запись будет открыта с 11 октября. Пациентам необходимо иметь при себе общегражданский паспорт Республики Абхазия. Сария Смыр, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.